Вот дети, пожалуйста. Мелкие абсолютно. Вот его брат. Ты его брат, что ли? Ну, отлично. Ну, смотрю, брату понравилось. Смотри, как он жжет. О! Разошелся. Ну, видимо, понравилось, поэтому, видишь, далеко поехал. Я надеюсь, ты так далеко не поедешь. Вот туда-то не надо ехать. Сейчас он приедет, и, соответственно, снизу за ним. Мелкие дети, пожалуйста, без всяких проблем катаются на стристепере. Сразу же. Можно сразу научиться и сразу, соответственно, на нем поехать. Для этого нет необходимости какой-то иметь подготовку. Ну как? Что скажешь? А? Хорошо? Ну отлично. Давай, брательник, поехали. Понял принцип? Все, вперед. Смотрите, видите, как легко, абсолютно. Неподготовленные дети, два брата. И сразу ездит без всяких проблем. Вон, видите, они уже даже понимают, что можно двумя ногами. Превосходно.